Наша студія перетворилася на справжню казку. Дійсно, бо до нас до студії завітала Оксана Сальникова, дизайнер інтер'єрних ляльок. Я думаю, ви вражені, ми не менше, тому що дійсно так багато такої краси, просто не передати словами. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, ну давайте розпочнемо. Ви коли до нас заходили, ми вже з ляльками познайомилися, вже один одного потрогали. Як сталося так, що ви стали дизайнером інтер'єрних ляльок? Ох, как красиво вы называете, дизайнер интерьерных кукол. Интересно, да. Я просто художник по авторской кукле, да. Я впервые попала, это чуть больше 10 лет назад, на такую очень масштабную выставку в Арсенале в Киеве проходила, где я увидела впервые кукол, сделанных вот вручную. И я настолько была поражена, я от каждой куклы я не могла отойти, ну, минут 40 реально. И вот тогда интерес был большой и у посетителей, и там нужно было реально подождать, чтобы подойти посмотреть на какую-нибудь куклу. И я после этой выставки, я ночь не спала. Вот это вот все у меня в голове. И настолько было сильное вражение? Очень. Ого. И я на следующее утро, я уже поехала вот с реальным таким, я подходила к каждому художнику. Вы проводите обучение, где этому можно научиться? То есть я уже искала, вот настолько мне интересно было попробовать свои силы. Слушайте, неочікувано. Я знаю, что у каждой ляльки есть своя история. Да. Расскажите, как народжується ось ця история ляльки? Ну, сейчас это так. Иногда на куклу какую-то нужно делать и эскиз. Так. У меня тоже так бывает, хотя я не профессиональный художник. У меня чаще по-другому. Ты берешь кусочек фольги, вставляешь глазки, а дальше я уже вижу черты лица. И вот моя задача только взять и все это вот быстренько-быстренько. Притом я даже вижу эмоцию. И даже вот иногда там у меня дети очень часто, мам, наделай улыбашек, они у тебя такие славные. Но если у тебя вот здесь, вот в серединке у тебя, в душе, вот этой улыбки нет, я не профессиональный скульптор, и у меня будет гримаса получится. То есть если вот не улыбается, то и не улыбается. И очень часто прям видишь вот эти вот губочки, щечечки, и вот твоя задача только раз, и вот раз, и оно прям рождается вот, ой. Клас. А мені цікаво дізнатися про вашу першу ляльку, якою вона була. Ой. Я думаю, це надзвичайно цікава історія, тому що перша, знаєте, на грані, або перший блинкомом, як кажуть, або навпаки. Це щось таке вражаюче і дуже-дуже пам'ятне. Я, к сожалению, її не взяла з собою. Вона у мене така очень чудная, ну прям очень. Її зовут Веда, вона до сих пор со мною. І я завжди, коли провожу мастер-клас, і зараз уже у меня своя школа, я девочкам показываю свою первую куклу, и они так смотрят, говорят, значит, все не так плохо. Я говорю, нет, не все, все не так плохо. Дело в том, что она такая ведьмочка у меня была, такая Веда, знающая, маленькие глазки, большой носик, улыбка от уха до уха, но она была такая милая. И я обычно на обучении, мне вот учитель говорит, сделай так-то, так-то, и я так и делаю. И вот мне говорят, спросите мысли на свою голову, вы вот лепите, ты мальчик или девочка, старичок или старушечка? Я спрашиваю и слышу у себя в голове чужой голос. Я девочка. Я тогда еще курила, я на балкон. Я покурила. Ого. Ага, захожу обратно, думаю, и сижу мысленно ей, говорю, не, ну посмотри на себя, ну какая ты девочка, ну там правда, там носик такой большой, не маленький. Вот, молчит, думаю, слава богу, показалось, наверное, устала, когда она опять, нет, девочка. Еду я домой с этой головой, нам дали что-то доработать там с этой головой. И как раз муж и дети на бульваре там гуляют, а я им звоню, ну, по телефону говорю, боже, у меня такая девочка. И подхожу к ним, открываю коробочку, и так три головы наклоняются над ней, а потом с таким недоумением на меня, мам, ты уверена, что это девочка? Да, она сама мне об этом сказала. То есть это было так. Вот куклы реально. И потом во сне мне реально вот снились образы. Я до такой степени в это как-то сразу вовлеклась. Сделай меня, сделай меня. У меня первые работы были такие все. Рыжики очень много, улыбки от уха до уха. Иногда философские какие-то, ну вот, вот хотелось слепить. Но я тогда работала в ногтевом сервисе, и загрузка такая была конкретная, и я лепить могла по ночам.
вот когда не было клиента, вот до такой степени мне хотелось. Я реально я спала по 2-3 часа в сутки. Вот мне хотелось еще лепить. Ну, ви знаєте, своїм власним прикладом довели, що немає нічого неможливого. Да, я вже взросла дівчинка. Знаєте, от мене можна я з вашого дозволу ось з цією красою познайомлюся? Скажіть мені, будь ласка, як її звати? Її звуть Мальвіна. Мальвіна, так. А як народилася історія створення Мальвіни? Да просто хотела сделать малышку вот такую вот немножечко испуганную. Вот ее на утренник собирают, и она со своим зайцем расстаться не может. Вот, и ее сейчас поведут, там будут всякие взрослые дяди, тети, будут фотографировать. Родителям будет не до нее, она же понимает, что такое там какой-то праздник, и все. И она в нарядном платье сидит, боится его вымазать, и не расстается со своим зайцем. Ну вот я ее такую вижу, чуть перепуганная, чуть грустняшечка. Тому що всі збираються не до неї. Я просто звідси бачу, ну, яка серйозно, вона. Друзі, подивіться, будь ласка, зараз на Мальвіну. Ось вона нагадує от один в один дівчинку з дитячого садочку. Вони, знаєте, от, що мене вражає особисто зараз, вони настільки реалістично виглядають, що, ну, м'яко кажучи, це трішки навіть насторожує. Да, но это не настолько реалистично. Да, есть совсем реалистичные куклы. Вот там даже меня настораживает. Пані Оксана, ви мене, конечно, зараз вибачте. Так. Альон, от ти просто потрогай. Я тобі навіть нічого. Розкажіть, так, як ось це волосся з'являється у них? Это натуральный мех. Это не человеческие волосы, это мех козочки. Да, но они просто такие же мягенькие. Я слежу, конечно, за. Бачите, выбрала Мальвина себе. Да, за искусственными какими-то материалами, но вот пока аналогов нет. Пока это лама, пока это козочка, это то, что вот тоненькое, мягенькое, вот абсолютно подходит для кукол именно и делает их вот такими живими, приятными. А мені цікаво, а з чого саме от тіло, руки, обличчя зроблено? Тому смотрите, що из пластика специального кукольного. Я люблю работать с ливингдолом. С ним принцип работы какой? Как из пластилина. Ты лепишь, потом закладываешь в печечку, он запекается, становится твердым. Потом шлифуешь и тонируешь, все это собирается. Из ливинга сделана голова, ручки и ножки. Все остальное на проволочном каркасе. И идет там уже синтепон, обшивается тело специальным трикотажиком. И одевается малышка. Одеваются куклы прямо, ну, на каркасе. Не бывает такого, что ты там заранее нашил платье. Она же не согнет ручку, не всунет в рукавчик. Да-да-да. Ну, приподнять там вот это вот все. Она поднимается, с ней можно работать. Вот. Я их делаю, у них поворачиваются головочки, вот, чтобы можно было в интерьере посадить. Вот. Где-то на полочке, на камине, на комодике, на диванчике. Вот. Так, можна ще раз для особливих. Так. Вбрання на куклі з'являється на каркас. Тобто ви заздалегідь ви нічого не відшиваєте. Ні, звісно, ні. Да. Слухайте, да. Цікаво. А мені цікаво, у нас ще є тут такі дві красуні, вони наче сестрички. Ну, кукли похожі, да. Вони прям дуже. А це дійсно, можливо, у вас була модель, з якої ви... Чи бувало таке, що ви от створюєте по якимось знайомим людям, чи до вас люди звертаються і кажуть там, зробіть мене, тільки у вигляді ляльки? Ну, ні, от прям мене не було. Часто іноді обращаються подружки, подарок хочу. Там, для подарунка. Да, на подарок. Я ж, опять-таки, я не скульптор, да? Вот, не профессиональный. Вот, поэтому я всегда говорю, что скорее я поймаю вот какие-то особенности человека, чем он увлекается. Ну вот я делала куклу шопоголика, допустим. Девочка любит ходить по магазинам, кто-то любит путешествовать. У меня несколько путешественниц есть. Есть просто здесь они в одном стиле, потому что они идут на утренник. Но я вам хочу сказать, что в куклах немножечко по-другому. Абсолютно все куклы чуть-чуть похожи на своего создателя. И когда мне на выставке говорят, боже, у вас такие красивые куклы. Спасибо огромное. Это я воспринимаю как комплимент вот мне. Класс. Знаете, что меня сейчас зацікавило? У кожного митця є своє відношення до того, що він створює. Да. І от щось є така асоціація, що вони як ваші діти. Ну, єсть. Єсть. Так. Тоді розкажіть, чим ви надихаєтесь?
Ой, абсолютно. Это может быть кусочек ткани какой-то. Угу. Ну вот реально, ты посмотрел, и ты, ну вот полосочка, казалось бы, самая обычная, а я понимаю, что это будет рыжуля там. И сейчас, да, вот скоро у нас выставка будет «Модная лялька на Левобережке», и поэтому они немножечко вот в одном стиле, таком вот, как на утренник, на бал собираются. Они у меня иногда там, ну, бывают и попроще, девочки. Сколько у вашей коллекции уже таких лялек? Ох, ребята, такой вопрос сложный, потому что я первое время считала, и первое время я думала, что я буду помнить каждую куклу, вот куда я ее отправила, кому я ее, в какую страну она улетела. Сейчас, конечно, такого нет, запоминаешь только самые такие вот. Но их было около 300, но это было 3-4 года назад, я просто перестала уже считать. А так, конечно, разлетаются во все страны. Вот последняя была отправка у меня в Японию. Казалось бы, ну Япония, да. Так. Ну там же иероглифы. И это было целое дело у нас с Укрпочтой. Я же должна кириллицей заполнить это все. И, конечно, без переводчика, вот без помощи детей я бы не справилась. Да. А вы в Японию відправляли авторську ляльку? Конечно. Чи все ж таки за якимись мотивами? Нет, авторську куклу. Так. А є такі клієнти, які звертаються, там кажуть, ну хочу от таку ляльку, але щоб там було те і те. Я тут немножечко вредничаю. Я могу сказать, что я, во-первых, я не отправляю промежуточные фотографии. Нет. Мне сказали задумку, я могу сделать, понравится, не понравится, я знаю, что все равно она найдет своего хозяина. То есть на заказ я иногда делаю, но я могу придерживаться только там цветовая гамма работы, цвет волос, цвет глаз. Вот. Ну и настроение, то есть вы хотите улыбашечку или так более спокойную, или там, может, надутую там чем-то, либо у меня там пиратка, я когда-то делала, такая девочка, очень грозная была, ну, характер так тоже свой передавала. Интересно. Слухайте, цікаво було подивитися саме на ось піратську версію дівчинки, тому що я дивлюсь на цих, вони всі такі спокійні якісь, ну знаєте, просто от спокійні і лайтові. В Інстаграмі. З радістю подивлюсь. Так. Хочеться також запитати. Мені здається, чи всі вони вдягнені в приблизній стилістиці? Сейчас, да, потому что я готовлюсь к выставке. Так. Они должны быть, но как бы... Просто мені ось за ось цими боковими історіями нагадує трішки там десь століття 18-те, десь коли бали були, коли була розкіш модна. Утренники, бали, да, є такі прически у них такі, дівчонки, да, на бал собираються. А от, до речі, ви сказали про виставку, це наче якесь змагання буде, чи це як взагалі, чи буде якась оцінка, будуть оцінюватись критерії, чи це просто як виставка саме от для людей показати свою творчість? Це виставка для людей показать свое творчество. Это выставка для людей, которые приходят на эти выставки для того, чтобы полюбоваться и увидеть, что есть другая жизнь, что люди чем-то увлекаются. Эта выставка — это встречи. Потому что все-таки, особенно девчонкам вот в маленьких городах, им тяжело, им не хватает единомышленников. Потому что очень многие люди не понимают, в смысле делаешь куклы? Это кому-то надо? Вот. А когда ты вот на мастер-классах либо на выставках встречаешь, вы друг друга понимаете. И я, допустим, я знаю по себе, что я просто не могу не делать кукол. Я даже еду в отпуск отдыхать, я беру с собой пластик, я беру с собой... Так. Честно, потому что я не найду, чем себя занять. Ну вот честно, да. Тобто... А сколько годин йде на створення однієї ляльки? Я думаю, що це дуже-дуже тривалий процес. Да, это 2 недели, это если с утра до ночи, а так 3 недели, месяц. Бывает, очень много времени уходит на вот именно подготовку. Подбор ткани, там, подбор волос, пока ты их выкрасил. Это же все вручную. Я и ткани очень часто вручную окрашиваю. Вручную окрашиваются волосики. То есть покупается... мех, и вручную все это, а потом это все подбирается, собирается. Но мне жутко интересно это все делать, вот честно. Так, давайте одне компрометуюче питання. Давайте. Серед усієї цієї краси, так, у нас тільки частина в студії, їх багато. Да. Є улюбленці? Ой, ви маєте в виду среди всіх, що я взагалі зробила за все це время? Конечно. Просто я думав, ну, знаєте, митець, да, він або в нього є улюбленці, або він усі свої роботи любить однаково. Ну, ні.
Нет, я их всех люблю. Но вот есть, конечно, те, которых я выделяю. Они для меня как вот определенные этапы. Та же пиратка, о которой я вам только что рассказала, я ее делала для участия в конкурсе в Германии. Поэтому хотелось там и характер, и она такая детализированная. Вот я там впервые попробовала длинные ножки слепить. То есть для меня это тоже такое вот не совсем просто, потому что... Ну і плюс, так, як ви говорили, що це дійсно відображення ваших емоцій. Конечно, є ж як позитивні, так і трохи негативні. Конечно, вот, боєць, вот реально боєць. Потом у мене дуже цікава робота є, правда, з другого матеріалу. Це вот запікаємий пластик, а є самозастиваємий селфі. Там мальчик і дівчинка із самозастивайки, такі вот у них огромні улыбки, с брекетами. И вот они такие счастливые, там зеркало типа себя фотографируют. Притом я начинала их лепить от зубов, потому что я думаю, боже, как же я, да, я сначала зубки, а потом уже все остальное лепила. Тоже такая вот такая характерная, очень такая, ну, позитивная работа, очень интересная. Ну, есть такие, да. Так, вы сказали, что у вас есть своя школа. Да. Розкажіть, будь ласка, от з чого ви починаєте навчання своїх учнів? Зі знайомства з матеріалом. Ну, в першу чергу розказую, який він, що він, що з нього можна робити, як з нього можна робити. І ми 4 дні длиться обучення. В перший день ми лепимо личика одразу же. Всем жутко страшно, все боятся, что не получится, но у всех получается, у кого-то хуже, у кого-то лучше, но все абсолютно влюблены в свою работу, потому что во второй день мы лепим ручки, ножки, в третий день мы все это красим, тонируем, рисуем глазки, клеим волосики и в завершающий день одеваем куколку. Каждый уходит со своей красоткой, которая немножко на нее похожа, да. Ну, це інтересно. А хто зазвичай проявляє бажання саме вчитися цьому? Більше дорослі люди чи навіть діти приходять? Різні. У мене вже дважды. Самая младша у мене учениця була 12 лет. Дівчинку привезли із Праги. Мама чим-то займалася, а от ребенок... Тобто мене уговорили, вона дуже хотіла, і у неї отлично все вийшло. Притом дуже інтересна така дівчинка вийшла в чорній одежді. Тобто така, вот, така характерна теж. Мама была очень довольна. И самый старший вот ученица была 64 года. Ничего. 64. Да. Класс. Сделала подарок. И человек, она была из Белоруссии, до сих пор делает кукол. Такая умница, Любочка, да. Ну, це ж просто, знаєте, мімімітер зашкалює, коли такі дівчата приходять і кажуть, що ми будемо робити ляльки. Слухайте, ну класно. От знаєте, у кожної речі, яку створюють, у неї є своя атмосфера. Однозначно, согласна з вами. І от приємно зараз знаходитися серед цієї краси. І мене цікавить, чи є, от ми говорили, що була перша лялька, яку ви створили, ось вона запам'яталась на все життя. Чи були після неї якісь такі ляльки, от символічні для вас, які пов'язані, можливо, з певним періодом у житті, який от період творчості, можливо? Ну, да, ні, ну, з періодами життя всі вони зв'язані, однозначно, да. Бывали куклы, иногда вот оно из тебя просится, но ты вот иногда есть работы, которых ты стесняешься, но ты не можешь их не сделать. У меня однажды была такая работа, я ее спрятала на выставке, помню, в самый-самый темный уголочек там посадила, а так вокруг вот такие вот девочки все в платьицах. А ко мне подходит такая девочка, она говорит, и так пальчиком, доставай сюда. Посмотрела, угу, забрала, унесла, говорит, все, мое. И после нее еще 3 человека подходили, а вот там вот сидел твой... Ага. А я его стеснялась. А вот он, можете себе представить, вот иногда мы сами, ну вот, мене да. Мне цікаво, чому ви соромилися? Ну, он такой, он, ну, во-первых, он немножко несуразный был, но он был такой, работа называлась «Птенцы счастья». Так. То есть сидел такой совсем лысый,
Вот совсем такой, в какой-то очень простой одежде, ага. Да. И на нем вот три такие маленькие птички, три птенчика. И я, а у меня вот было, что вот каждый для себя ну, растит свою птицу счастья. Так. И вот это вот будет каждая птичка, вот для кого-то птица и счастье, вот еще что-то такое. И вот как-то, ну она такая была скромненькая, ну вот душевная получается. Зараз є одне питання, давайте. Яке ми ставимо усім творчим гостям. Угу. Митець – це людина, яка щось говорить своєю творчістю. Да. Про що говорите ви з людьми? Я говорю з людьми, я прошу їх бути відкритими, щоб їх любиме діло їх знайшло. Что вот такое вот увлечение, вы понимаете, ведь оно изначально, даже в древности женщины вышивали, там что-то так. Успокаиваешься, замедляешься, вот это вот успокоение и вот это вот возвращение к себе, ну и плюс куклы, они же возвращают к своему внутреннему ребенку, и почему они вот так вот трогают? Мы все себя иногда забываем вот детьми, так. А тут как раз вот, да, позволяет это все. Вот именно об этом и хочу сказать. Вот помните о себе, балуйте себя, радуйте себя. Замечайте в этом мире. Что вы с такой любовью говорите про свою справу, это дуже надыхает. Я, правда, очень люблю этим заниматься. И я вот даже сейчас такая с этим коронавирусом, с этими транспортом и всем, а я могу себе позволить в 5 утра приехать в студию, в 2 часа уехать. Я сама себе регламентирую, вот сколько часов я работаю, чем я занимаюсь. Либо я еду в отпуск, либо еще... Это столько здесь плюсов, ну и плюс я создаю что-то прекрасное. Мені здається, у вас от один із найщасливіших моментів – це ось та безсонна ніч після виставки, коли змінилося життя. Ну, мені здається, так. Я от просто зараз вас слухаю, і я розумію, реально, про що ви говорите. Реально, жизнь помінялась, реально. Так. Я була в ногтевому сервісі, при тому я їздила за границю, я проводила мастер-класи, я обучала людей, і все це на красній лінії, плюс здесь клієнти і все це. А от захотілося замедлитися, захотілося щось вот погрузитися вот так. Вот. Ну, здорово. Ну, пані Оксана, давайте на завершення. Я знаю, я бачу по вам, що є що сказати. Для наших глядачів, іноді люди от, приходять і відгуки в студію, що ми боїмося щось змінювати. Ви не побоялися, ви змінили своє життя докорінно. Що б ви побажали нашим глядачам? Я желаю, щоб ваше любимое діло вас знайшло. От любое увлечение, це може бути все, що угодно, це... Ну, может, вы монетки будете собирать и кайфовать от этого. Вот это вот самое большое пожелание. Когда у тебя есть что-то твое такое индивидуальное, ты счастлив будешь, да? Клас, дякуємо вам. Я думаю, що ви надихнули не тільки усіх глядачів, але нас 100% з Максом, тому що дійсно такі люди, як ви, надихають. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії була Оксана Сальникова, дизайнер інтер'єрних ляльок. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда» тут, аби завжди бути в курсі усіх-усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі. Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.